Так, друзья, на что это у нас здесь? Угадайте, где мы? А вот мы здесь вот. Это Липхер. И мы в гостях у Алексея. Ну вот мы и на кране лезем. Опа-на. Вот мы добрались до Питера в гостях. Вы сами знаете у кого, я даже не буду называть. Кстати, поздравим Алексея с 200 тысяч подписчиков, уже даже больше, чем 200 тысяч, поэтому поаплодируем Алексею. Прям спасибо. Вот, поэтому мы в гостях на нашем липхерке. Будем смотреть за работой, может, и сами порулим немножечко. Поэтому как-то так. Почему сраться? Все включено. Да, чтобы вопросов не было. У Олега есть все допуски и так далее. Чтобы не было. Экзамен когда сдавал? Давно сдавал? Сейчас будет. Давно сдавал. Ну что уже? Конец. Конец объекта уже. Да, что, сегодня-завтра работаем, потом демонтаж будет. Ну, снимать демонтаж. Сейчас еще с тропочек навернется. Вот это будет смешно. Сколько у тебя опыта на кране? Сколько работал? Я меньше года работал. Все, он и стажер. А если по корочкам посмотреть, так вообще ветеран. Да. С какого года у тебя корочка? Да нафиг, куда я подожди. Там же надо мне что-то проставлять, да? Ну, каждый год, да. Ну, конечно, где по аттестацию проходить. Ну, да. 2000, блин, 17-го, наверное, 16-го. 18, ну, сколько мне, 25, 18 лет. Ну, 18 лет, да. Я уже, блядь, это забыл как работать. Вот это поворот. Нет, это Вермайна. Ты что, мои видосы не смотришь? Конечно же смотрю. Все. Я даже все свои видосы не смотрю. Просто это у нас был. Интересно. Там на ходу кнопочку нажимай лево. Вот эту? Это которая стопорит, но я знаю, да, что это кнопочка. Опять по бодеру накрыто. Точнее не опять, не играл. Ну, да? Ну,